Цифровая трансформация. Стартовал очередной сезон обучения по федеральной программе «Кадры для цифровой экономики». Слушателями образовательного интенсива стали представители бизнеса различных министерств и ведомств. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» работает уже 2 года. За это время уровень цифровой грамотности повысили и жители Чувашии. Участники очередного семинара получат компетенции в области управления на основе больших данных. Формат программы подразумевает обучение цифровым компетенциям и проектной деятельности. Одним из результатов интенсива станет проработка собственных проектов. Обучение, которое, уважаемые коллеги, вам предстоит за эти 2 дня пройти, даст глубокое понимание и глубокое сознание, для чего нам все-таки нужна цифровая трансформация. Те кейсы, которые непосредственно вы взяли в проработку, по результатам вот, непосредственно программы «Клик» можно будет реализовать уже в какой-то краткосрочной перспективе непосредственно в ваших ведомствах.